Подписывайтесь на мой канал, не забывайте, задавайте ваши вопросы, преподаю онлайн скрипку. Приходит такой момент в жизни ребенка, ну или студента уже, когда стоит вопрос о покупке хорошего инструмента. Вот здесь это самый сложный момент, это не то, что пойти в магазин купить килограмм картошки. Здесь надо иметь, я вам хочу сказать, знания, которые сразу не приходят, опыт, наблюдение. И здесь очень важны такие моменты, как знать, что вообще вы хотите. Покупать инструмент, некоторые считают, вот музыканты, что вот надо покупать старый инструмент, он разыгран. Хочу вам сказать, можно купить и новый инструмент, если он хорошо сделан, вы знаете своего мастера, но я имею в виду мастеровые инструменты, то можно доверить и купить и у мастера, чем покупать что-то старое, которое непонятно в каком состоянии, есть там трещины, хорошо они заделаны, открываются эти трещины или нет, это может сказать только специалист. Здесь как бы если у вас есть хороший, надежный мастер, который может вам порекомендовать или посмотреть, это будет лучше всего. Ходить в магазин, покупать, это немножко случай такой опасный, потому что вы не знаете, что там, как, чего, и учитывайте, что в магазине будет наценка. Минимум 40-50%, который берет магазин или дилер за то, чтобы продать вам этот же инструмент. То есть искать частным образом тоже все рискованно. Я не советую покупать битый инструмент, какой бы он ни был, даже если он старинный, но битый инструмент, значит, можно сказать так, человек, перенесший 2-3 инфаркта, да, с трещинами со стороны пружины, со стороны дужки, то есть это инструмент, я считаю, не стоит, потому что вы, смотрите, покупая инструмент, вы должны понимать, что вы должны, придет время, когда вы должны его продать, если что, то есть сумеете вы его продать за ту цену, что вы купили, вот с этих позиций надо еще смотреть. Вот на эту тему много можно интересного сказать, но, как я сказал, надо иметь опыт, свой опыт, но и чужой в том числе. И правильно оценить ситуацию. Вот бывает, скажем, по себе хочу сказать, что искал инструмент 3 года, ходили, смотрели, но в итоге все-таки купили именно тот инструмент, который не стыдно было покупать, то есть хороший инструмент. Хотя некоторые думают, что они могут на аукционе купить. Хочу сказать, на аукционах тоже встречается обман. Могут вам сказать, вот эта скрипка этого мастера, на самом деле, это абсолютно не его. Вот. Не хочу говорить, где и как и что, но с такими ситуациями, я думаю, что опытные люди тоже сталкивались. Вот. Всего доброго. Подписывайтесь на канал. Пока.